по собакам. Если да? По собакам нос на угол, я вот так хочу. Сейчас нужна глобальная связь, работа, не то, что так. Сегодня поработали, завтра выходной. Что случилось? Ну я опять травля, собаку мою отравили. Что? Ну, я не первый раз слышу, я не знал об этом. Ну, я, только я, что поэтому... был вчера. Кто был? Дима, ветеринарная служба. Да. Да, вот вчера поступило 3 звонка о том, что 3 собаки отравлены. И даже конкретика, какие собаки. Одна около пекарни, одна этот Райан вез с лысой спиной. Вот. И еще одна... Которого мы вытягивали, его 2 раза тоже, попал тоже под травму. И кислотой еще облили люди. Это нормально? Вот скажите, это нормально? Я вот дать указание. Какое? Чтобы прекратили даю. Это. Кому? Я даю указание. Тому, которому в прошлый раз вы давали, как я к вам приходил. Я милицию. Начальнику. Милицию, кому я не даю указание? Ну вы же понимаете, я, ну скажите, что я должен сделать. Вы пришли разобрать. Все понимаю. Я хочу, чтобы вот, сделал. А вы меня понимаете? Что я должен сделать? Скажите, что я должен сделать. Я сделаю. Можно сказать? Да. Вот вы когда выступаете с экрана телевизора, люди вас смотрят. Да. Люди вас слышат. Можно люди хоть раз верят. Сказать, что люди, уважаемые, будьте добры, не надо травить собак. Хорошо, собак хорошо. Уже не осталось. Хорошо. Вы сейчас эти вытравят собак, потом возьмутся за вас. Согласен. Вам же скажу. Подобные. Согласен. А что делать надо нам? Надо было тогда мне подсказать, я отпустил. Я вот Наталью Викторовну, вы не ее мы... приглашали в понедельник. Это Ковалева, наш доктор. Да. Вот, она задавала вам вопрос в прямом эфире, когда вы выступали. Вот вы сказали, приходите, да, будем разговаривать. Согласен. В понедельник было озвучено. Ну, давай, я сказал. Ну, понимаете, сегодня перед праздником я сейчас не соберу людей. Это сейчас мы заговорим, оно через праздники забудется. Я хочу, чтобы оно не забылось, чтобы мы сразу сели, составили какой-то конкретный план действий. И систематично этим занимались, и каждый день на контроле. Потому что с праздниками мы не сделали. Давайте до праздников еще это... может быть много горя. Да, ну это одно к другому не имеет отношения. Может быть, этим нелюдям будет некогда заниматься собаками, будут заниматься своим праздником. Давайте тогда решим. После Нового года вы определите число, время. Да. Мы придем. После рождественских праздников сразу в первый приемный день приходите делегации, мы сядем с вами, закроем все и поработаем. Нет. Меня интересует конкретика, число и время. Ну, сейчас мы этим прием, посмотрим, когда это будет. Девочки, подожди. Да, я сейчас узнаю, когда мне будет прием. Пусть секретарь смотрит, как это. Да.